В жизни сегодняшних 11-классников наверняка уже были праздничные события, но вряд ли по степени важности и торжественности что-то может сравниться с выпускным. Конечно же, когда к нам приходит молодая девушка, мы обязательно спрашиваем, какой у нее будет наряд, обязательно смотрим на ее волосы, обязательно обсуждаем, что бы она хотела. Если это классическая какая-то укладка, например, голливудская волна, то, конечно, стайлинг подбирается с особым лоском и блеском. Это должен быть какой-то такой красивый глянец. Стайлинг может быть матовый, с особой текстурой. Это может быть морская соль. Разные образы создаются. Девушки приходят в платьях разных, и разные укладки имеют место быть. Сами выпускники, как правило, лучше любых стилистов знают, что сейчас актуально. Но на всякий случай все-таки попросим нашего эксперта рассказать о последних тенденциях вечерних укладок и причесок. Кудри бывают разные, бывают очень объемные, в стиле Дольче & Габбана. Бывают гладкие, фактурные кудри. И можно каждой девушке подобрать определенный стиль. Наряду с гиперобъемом существует еще и другое направление. Это может быть прямой пробор, гладко уложенные волосы. На концах задана текстура. На сегодняшний день можно носить по несколько заколок в ряд. Это могут быть заколки как с маленькими жемчужинами, так и с очень большими жемчужинами. Также остаются актуальные какие-то такие растрепанные пучки, присущая какая-то такая красивая легкая небрежность. Получить аттестат красиво во всех смыслах мечтают не только выпускницы, но и выпускники. Наблюдается такая тенденция, что парни, выпускники, более смело идут на те же укладки, не боясь каких-то вычурных образов. Потому что в индустрии красоты, особенно направление мужской индустрии красоты, очень активно развивается, и можно создать образ для выпускного бала для юноши. Молодые люди, как выяснилось, более открыты к переменам, а также экспериментам в стрижках и укладках. Перед своим выпускным я без раздумий выбрал стричь, сделают мне хорошую стрижку, подберут образ. Благодаря профессиональным стайлингам современная укладка, особенно мужская, выглядит очень стильно, естественно и при этом ненавязчиво. Кстати, родителям выпускников также стоит задуматься о своем внешнем виде в этот торжественный день. Остаться в памяти на фото и видео лучше всего красивыми и ухоженными.